Хватит жрать. Я на диете. Надь, мы расстаемся. Я сегодня об этом думала еще с утра. А сейчас уже поняла, что мы точно расстаемся. Соберешь свои вещи и уедешь сегодня. Я? Да, кто? Ты соберешься и уедешь. Ты уверена? Да. Ты 2 дня без меня не проживешь. Подавилась слюной. 2 дня бы не проживу. Пароль, я без карты. Тебя. Мы расстаемся. Вещи соберешь, там ты все равно чемодан. Значит, так вот и живем. Издевается надо мной. Все же не хочу больше. Все. Наши отношения закончились. Жри сам. До свидания. Все. Сейчас мы с подружкой сейчас настать напьемся. Все, ты можешь ехать домой. Мы сейчас напьемся и поедем в клуб дальше. Ладно, без тебя. Ладно, я поехал. Куда ты поехал? Домой. Я пошел домой. А, ладно, тихо. Зай. Год мучить, Настя. Год страданий, не все. Я съел. Не хочешь как? Картошечку? Нет, я ем только салаты. Не здоровое питание. Я сижу своим здоровьем. А, я зарядку начала делать, Настя, по утрам. Ну отвали! Зарядку сегодня. Как разомнулась я. Вот так вот. Хватит ржать надо мной. Сегодня как разомнулась. Размялась. Размялась. Прохрустела все эти... все... Кости? Да. Прохрустела. И все в доме снесла. А ты мне подарок покупать не хочешь? А я видела, деньги у тебя есть. Да? Да, я видел, смс-ка приходила, что зарплата пришла. Зарплата пришла, а кто-то телефон мне так и не купил до сих пор. Хожу с старым телефоном, Настя. Да ты же селфи нормально сделал. С последней моделью ходит. Что? Какой моделью? 14 Pro Max. Ага, а какой у тебя должен быть? 15-й. Он еще не вышел. Ты просто меня специально обманываешь, что он не вышел, а сам вышел, он давно уже вышел. И ты просто не хочешь покупать. Завтра поедем в магазин. И узнаем. Я тебе вообще... О, да, звони. Сейчас маме позвоню. Моей? Моей. А что не моей? И твоей позвоню. Не уважает меня, не любит. И я вся такая, вся побусанная, Настя. Я тебя даже не укусил. Тут даже следа не осталось. Футболка от Армани. Или от Армена. Я не помню. Скорее всего, от Армена. За 500 рублей. 500 рублей, конечно. 350 отдала. 500. Ты дала 500. От Армена точно. Я помню, от Армена звали. Такой мужчина. Что? Он пока футболку не продавал, столько красивых. Он пока мне футболку продавал, он мне сказал больше красивых слов, чем ты мне за год. У меня и так идеально. Да? Ты, смотри, ты у меня... Я пошла домой. Да? Да. На чем? На пешком. Хорошо. Я пойду домой на пешком. Пешком. Сейчас вызову такси. Возьми мне такси. Газ пешком 11. Возьми мне такси. Я адрес не знаю. У меня денег нету. Вот каждый раз я ему спрашиваю, что у меня есть деньги. Мне я картошку еще не доел. А ты сказал. А вот если появятся дети у нас, как мы будем жить? У тебя денег постоянно нету. Найдутся. Черт, на работу устраивайся. На детей. Я на работу, Настя. Вообще меня не бережет. Давно пора. Пойдешь ко мне работать? Куда, блин? С кем? Сварщиком? Менеджером. Каким? Менеджером. Чего? По продажам. Не пойду. Там надо много думать, а я не хочу много думать. Я...
Или не умеешь? Я умею, но не хочу. Я просто хочу лежать. А, я хочу утром просыпаться. Чай в постель. Угу. Медитация. Ты даже завтрак мне приготовить нормально не можешь. Яйца сжигаешь. Это не я сжигаю. А кто? Плита! Ага. Дебильная какая-то масло плита у тебя. Масло не пробовала добавлять? Это твоя плита дурацкая, она жгет все. Правда, она вчера чуть-чуть парчим не спалила. Плита электрическая, она даже не умеет. Сковородка такая антипригарная, не пригорает. Ты все равно умудрилась сжечь. Потому что я не создана для этого. Я создана для любви. Ты меня будешь любить даже такое? Да. Ты меня любишь? Да, поем. Ты после... же любишь меня? Да, да, поем после работы картошечки. Заказанной. Вкусно ты заказываешь. Видишь, даже вкусно заказываю. Ты жалуешься. Я не знаю, как дальше жить, Настя. Вот у нас появятся дети. Ты готова к этому? Конечно. Я каждый раз тебе говорю. Поехали домой? Ну не сейчас же. А когда? Ну через годик два. Надо встать на ноги. Когда заработаешь, когда ты станешь каким-нибудь директором какой-нибудь нефтяной корпорации и будешь зарабатывать много денежек, чтобы не хватало на ноготики там сделать. Ты каких снов пересмотрелась? Я фильм смотрела. Какой? Классный. Он там ее любил. Ты хочешь сказать, я подарки тебе... ей дарю. Я тебя не люблю, да? А подарки я тебе не дарю, да? Сумочка. Там еще у тебя гардеробная целая. Настя сумочку купила, кстати. Сколько стоит? Вот не надо сейчас давить на цены. Не надо. Ну, ладно. Хорошо, мы дома поговорим. Для меня ты не должен жалеть. Ты должен для меня делать все. Ты должен для меня доставать закаты по утрам, чтобы для меня светить луна по ночам. Чтобы я чувствовала себя... Ты же мужчина, ты должен решать. Решай! Все! Либо я собралась, поехала домой, мать, пойду жить, все! Я устала! К моей? Конечно, не пойду к той ведьме.